Очередная вспышка кори и снова частный центр по уходу и присмотру за детьми «Вундеркинд». С подозрением на вирус в больницу уже попали 14 человек, в том числе 12 детей до 4 лет. Из них 11 – это воспитанники центра. Еще один ребенок и двое взрослых подхватили вирус уже дома после контакта с заболевшими. Надо сказать, что все заразившиеся не были привиты от кори. Напомню, это не первый случай вспышки опасного заболевания в данном образовательном центре. В 2017 году корью заразили 7 детей, посещавших это же учреждение. Однако, как показывает практика, произошедшее не стало уроком. Руководством частного центра по сей день не предпринимаются меры по недопущению новых случаев заболевания. «Вундеркинд» как зачисляли, так и продолжают зачислять детей, не прошедших вакцинацию, не запрашивается медицинская документация. И такая ситуация, по данным дагестанского Минздрава, наблюдается во всех частных образовательных учреждениях.